У вас все дома? А? Ну ладно. Здравствуйте, 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 наши дорогие телезрители. Вот мы снова с вами, и как всегда, рады вас видеть. Здрасте вам, а вот опять мы. Опять и снова. А значит, будем трапезничать. А значит, у нас трапеза. А для чего же мы еще здесь? Трапеза. Винегрет домашний, собственноручный, из своих овощей и фруктов. Собственноручно сделано. Да-да-да. Да-да-да. Окорока куриные, запеченные в духовке. Огурцы консервированные собственного изготовления. Капуста с хреном. Ну и, конечно же, хлеб. Ну и без этого, конечно, никуда. Так что желаем приятного просмотра. Ну а нам приятного аппетита. А кто трапезничает с нами, тоже желаем приятного аппетита. Итак, а мы начинаем. Погнали. Погнали. Мы вперед погнали. Да, вперед. Дальше тарелки-то куда гнать вперед-то? А мне кажется, тебе досаливать придется. Ну что ж, досолю, вон, есть. Да. Хренком-то как отдает. Да. Угу. Посмотрим сейчас. Аж подирает слегка. Да ладно. Правда, что ли? Прям уж подирает. Кривда, что ли? Смотри, какой винегрет насыщенный, да? Чего? Да. Ну. Вкуснота. Но. Чего, да? Ну, мне немножко. Как всегда. Подсолить можно. Угу. Слушай, а я прямо вот отсюда буду есть. По-свински. А винегрет. Ножка. Курочкина. В прошлом, да. А дай мне майонеза, что ли, немножечко. Так, майонез сейчас дорогой. Так что. Много не выдавливай, да? Да. Ух ты. Вот ведь. Я вот все вот полосочку. Вот, все. Видишь? Чуть-чуть. А мы попозже. А ты мы-то кто? Ну, я. Я. О, блин, ничего сказать. Чего? Кто мы? Я сегодня в агрессии. Я сегодня прямо вот на нервах вся. Возмущение. Ты еще в какой счете агрессии-то? Я возмущение. История такая. Вы знаете, что у нас есть общая кухня. И на общей кухне стоят две мойки. Там два крана. Один из них сломался. То есть самотек. Плюс кран букса шумит. Прям такой. Вот такой вот. Шум издает. Когда включается вода. Вот. Мы ей не пользуемся. Не подходим к ней. Так как у нас комнате есть свой. Свой кран есть. Мы того вообще не касаемся, на кухню только чисто приходим, сварили, ушли, все. Ни к мойке, ни к чему не подходим, ни к крану, вообще не прикасаемся. Ну, так вот, кран-то заменили, а сегодня мне и говорят, давайте-ка деньги за него. Я говорю, за что? За кран. Я говорю, а мы им не пользуемся. Я понимаю, что вы им пользуетесь. Ну, давайте.
А я возмущена, говорю, хорошо, скидывайтесь на наш тадокран. Всем этажом, просто так. Да. А мне и говорят, вот вы свой кран включали, когда на кухне шумел и сломался поэтому. Представляете, угу. Такую дурь сказать. У меня прям так это, взвинтило. У меня прям одни эмоции. Никак не успокоюсь. Там сразу, да ладно, ничего не надо. Угу. Конечно. С какого перепуга? Да. Так что вот, выставилось, легче стало. Все, полегчало. Полегчало. Раньше шел разговор, что скидываемся на все, кроме кухни. Все, у нас кран свой. Да, да, конечно. Я ничего не помню. У вас свой кран. Вы тут не касаетесь, вам не надо. А сейчас здрасте. Давайте. Угу. Приехали. Угу. Получите, распишитесь, да? Угу. То вы включали, он шумел. У нас тут 3 недели не было. Он у них шумел без нас. А при чем здесь? А при чем здесь мы? Были мы, не были. Да нет, кто, просто... кто бы на этаже не включал, он после любого включения. Не, факт то, что типа из-за нас это. Ну, мы прямо решили, mm-hmm. решили на дурочку mm-hmm. сыграть. Не, не получится. Бесстыжество просто-напросто. Сколько ты тут менял, сколько ты тут делал, mm-hmm. ни с кого копейки не взяли. А это все забылось. Это не помнится. Mm-hmm. Как же. Это все было давно. И неправда, да? Нет, оно правда. Но давно. Меня больше возмутило то, что типа мы включаем, и он взломался. Ага. То, что там уже он 10 лет стоит. Там же кранбуксы протекает. Пропускает, ну, не 10 уже. Лет, где-то. Полгода. Пятый год. Не, ну кранбуксы уже сколько течет? Полгода. Mm-hmm. Кранбукс стоит там 80 рублей, ее заменить, ну, не проблема. Ну, дурачка решили, господи. Угу. Вообще, блин, нафиг. Спокойно. Это радует. Мы с тобой опять в одном и том же. Чего? Одеть-то больше нечего. При чем здесь? Да пишешь, что в одном и том же мы с тобой сюда снимаем. Угу. Чего, говорит, вам одеть, что ли, больше нечего? А вот да нечего. Мы на одежду. Так, в одном и том же ходим 20 лет. Очень бережливые. Так что гардероб не обновляем. Потому что это удовольствие, писали, знаете, дорогое. Не из дешевых. Угу. Да-да. Хороший нигде.
Как огурец. Попробуй. Ты чего ты опять не бритый? А, лезвия закончились. Угу. Будешь бороду отращивать. Да. Хотели на Валбрисе заказать. Да сайт полетел. Да ну что же слить, это вроде нормально работает. Ну сейчас-то да, тогда-то. Да, последний раз делали заказ на Wildberries, и там как раз произошел сбой. Опять не дают. Товар пришел, а его не дают. Ну что, все равно мы получили. Поверили на слово. Угу. После этого мы уже больше не заказывали. Сегодня целый день идет дождь. Погода мерзкая. Серо, пасмурно, уныло. Да. Никуда не выходим. Сидим дома. Вчера вечером выходили. Грудинку свиную. По 229 рублей отхватили. О как. Повезло. Это последний раз был 270, да? Когда мы видели. Так что теперь можно и супчик сварить. И засолить. Все мысли о еде. Да-да-да. А мы больше ни о чем не думаем, только о еде. Да что там думать-то? Что у нас? Нам и думать-то нечем. Семеро палаткам. Ого. Скажи что-нибудь, что молчишь-то. Дай пожрать-то. Скажи, да скажи. Не ел целый день. Чё врёшь, супом же кормила. Когда? В обед. Чё, забыл, что ли? Ну, чё тут? С памятью моей стало. Освещение как получше, не получше, мы это немножко уже по-другому сделаем. Мне кажется, посветлее стало. Угу. Тебе тоже так кажется? Ничего. Если что, напишут. Ну да. Как бы что-то лучше с картошкой есть. Да. М? Это да. С мясом как-то не так сочетается. Да. С винегретом тоже. А в винегрете там же тоже огурцы есть. Свежие мы не покупаем, потому что они пластмассовые. Едим консервированные, свои, домашние. То, что в магазине-то эти свежие огурцы. Ни вкуса, ни запаха.
Помидор вообще какая-то пластмассовая, как ее едят. Да. Химия. Зато свежие. Угу. Лучше соленых, но своих. И что-то ли это будет? Будь свой урожай, поедил. Магазины не. Будут свои, вот это да. А это нет, магазины. Не. Последний раз брали огурцы свежие. Я их просто посолил в пакете. Такого никогда не было, что у Саши даже облез язык после этих огурцов. И все, с тех пор не брали. Подумайте, что-то еще это. Отрыжка была ими долгое время. Непонятно чем. Так что там не знаю, как их едят, берут. Фигня, все это. Ляха-муха. Нефига делать. Нет. Что придет. Я никого не жду. Хоть бы сказал, должен прийти, но не придет. Мы не того, что нам никто не нужен. Никого не ждем. А что-то как кузь бешеный как-то. Да ну тебя-то что-то целый день. Да меня завело вот это с этим краном. Не могу успокоиться. Как так? Надо спокойно реагировать. Угу. Сразу все падает, все летит. Угу. Нервный дрожь. На это на все обращать внимание. Я обычно спокойно, но меня прям задело несправедливость вот это. Угу. Бесстыжество и наглость, вот это меня больше поразило. Да не люблю вот этих наглых и бесстыжих, там сразу все. Не до такой же степени. Не зря говорили люди в старину. Простота хуже воровства. А почему простота? Ну как при чем? Нельзя быть безотказной, да? Угу. Что ты этим пользуешься? Кому-то все божья роса. Ну, я поняла одно теперь. Все. Нефиг стесняться, надо прям говорить, что думаешь, и все, и пошли все нафиг. Точно тут как-то щит умышь вроде. Угу. Лучше промолчать, да. Нифига. Бесполезно. Чтобы на шею сели. Потом съедем. Сейчас я тут в один магазин попала. И куриную продукцию продают. Я офигела. Там продавцы. Тишина. Захожу, никого. В магазине ничего. Подхожу к витрине. Мне тут начали как кричать. Берите шашлык. Берите фарш. Я говорю, да мне, Игорь, не надо. Как это не надо? Берите. Прям с таким напором. Там три этих шефки. Начали орать. Офигеть.
Да куда я попал? Что за дурдом? Я такого еще не встречала. Ну, у нас, как обычно, там, ну, предлагаю, там, пожалуйста, это посмотрите, посмотрите, то, а это прям берите, прям с таким тоном. Прям заставляют. Не мой день, короче. Да. Ну что, я такая, не же стеряюсь, вы тоже стерялась. Под впечатлением. Пожаловалась, да? А то высказался, легче стало. Ну так вот. Эмоции свои вылила. Излила миру, что творится на душе. Ну все, высказался. Ну высказался, но мне не легче. Ну как же. А когда нервничаю, хочется жрать, жрать, жрать. Поэтому я такая кругленькая. Стрессую. Нет, не надо. Заедаю. Это плохое слово. Стрессовать нельзя. Слушай, винегрет ешь, его хочется и хочется. У тебя не так? Тебе уже не хочется, да? Да, поел, хватит. А мне хочется. Не ешь. Молочком еще запить, блин. Организм стресс устроить. Разгрузочный, да? Сразу будет разгрузочный день. Не один, а дня три. Как с ума сошла. Жрать хочу! Что, с голодного края, что ли? А что вообще с них не толстеют? Да. Чего ты тяжело дыхаешь-то? Чё? Я всё. Вот тебе баба достала, скоро тебя съест. Ну да. Не боишься? А что поделать-то? Бойся, не бойся. Меры принимай, пока не поздно. Угу. Какие меры-то? Что они из себя представляют-то? Нет, что там напишут? Тебе стыдно за меня, да? Что это? Мне за тебя? Да, люди пишут, тебе стыдно за меня. А ты ответь, стыдно тебе или нет? Ну как мне может быть за нее стыдно? Люди добрые, вы что? Че стыдиться-то? Хочет есть, ей, пусть и ест. Останавливалась. Правда, что ли? Сделаю одолжение. Браво. Камеру выключу и продолжу. А-а-а. Подъедать, доедать и заедать. Так, ну вот так вот как-то. Вроде. Сумбурно мы поели. Ну да. Ну, кстати, винегрет, окорочок очень даже хорошо. Но капуста с помидорами это уже лишнее. С огурцами. Ну, решили это попробовать, лучше картошки. Да. Так что хороший ужин, это винегрет и окорочок. Да. Вкусно, сытно. И легко. Вот. Ну и на этой ноте мы заканчиваем. Но ненадолго. Прощаемся с вами, но ненадолго. До новых встреч. И пока, 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 пока.